Люберчане смогут написать письмо Деду Морозу. До 10 декабря во всех МФЦ городского округа работает почта главного новогоднего волшебника. Люберецкий МФЦ запустил проект «Почта Деда Мороза» совместно с командой благотворительного фонда «Путь детства». В письме с пожеланиями необходимо указать обратный адрес для того, чтобы получить на него ответ. Все новогодние послания будут отправлены на родину волшебника, Великий Устюг. Письмо Деду Морозу можно передать любому оператору МФЦ или кинуть в специальный ящик. Акция продлится до 10 декабря. Мария Антонова, Луиза Егиазарян, телеканал ЛРТ. Всем привет, я Луиза, вы смотрите телеканал ЛРТ, подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и комментируйте, и вы будете в курсе самых интересных событий.